Друзья, всем привет! Сегодня будет офигенная история, офигенная, хороший автомобиль, в хорошем смысле этого слова. Но, как вы уже понимаете, раз эта машина попала на канал, что-то с ней, да нифига не так. Поэтому смотрим, будет интересно. Вот я могу сказать, в нашей практике такого еще не было. Volvo XC90, 2 литра дизель, 21 год, гибрид. Условно гибрид, ну она как, она написано, что гибрид в техпаспорте, но она нифига не электричка, она просто дизельная. Машина, зачет, смотрим. Ну что, красивый, за исключением бампера. Тут какая-то история была, даже я так понял, машина... Судя по рассказам вашего родственника. Да нет, это я занимаюсь машинами. Не, ну то, что вы занимаетесь машинами, я видел. Да. Просто история была такая, что машина эта машина. Вся целая. Ну, пока ровно, пока красиво. Красивый белый. А давайте сейчас проедем на соседнее СТО. В сегодняшнем осмотре все пошло не совсем так, как мы планировали. Ну, мы изначально запланировали, что оно пойдет не так. Потому что мы сначала чуть-чуть машину осмотрели, потом из-за веренного отключения, потому что у нас нету света, мы поехали на другое СТО. И пока там есть свет, поднять автомобиль, посмотреть, пока нам готовили место, мы осмотрели еще дополнительно машину. Потом подняли, посмотрели снизу, опустили, посмотрели еще раз. И все это по частям отдельно и нифига не забыли. Что, он пешком за нами побежит или что? Наверное. А Перекуп хитрый. Он сразу понял, что надо правду сказать, потому что я начал задавать вопросы, и он говорит: не-не-не, парни, я занимаюсь продажей автомобилей. Да, так вот, парень, который покупает, продает автомобили, сразу говорит: ребят, я занимаюсь машинами. Машина не моя. Я ее просто продаю. А это уже модельный 21-го, я смотрю. Нет, залито цельный значок. 20-й. Saint-Gobain Sécurité. Poland. Несмотря на то, что это французский концерн, стекло сделано вот это в Польше. И, кстати, она не максимальная, стекло не атермальное. А боковые сейчас, секундочку, они же триплекс должны быть? Да. Триплекс? Да. Да, а почему лобовое не атермальное? Стекло не меняли? Еще не меняли. Дотяжки не ставят, потому что типа безопасно. Нет, дотяжек у Volvo в принципе нет. Эх! Покатаюсь на хорошей машине. Ух ты, блин, как он неудобно подколенники сделал. А музычка здесь. Харман Кордон стоит. Паркинг. Так, оно беспроводная, работает или нет? Нарисовано, но не алло. Может, конечно, у меня телефон не простреливает. Сейчас мы его разденем. Могу свой дать. Не, нифига. А, не, пошла, пошла, пошла. У этого модельного года уже ограничение 180. Больше она не поедет. Ну так, на всякий случай, у нас просто вот тот парень, который вы видели видео, он эту машину продал только из-за того, что там стоит ограничение. То есть там 400 с чем-то кобыл, он ее купил только потому, что чтобы сразу и один мотор фигачил, и второй. Не, стартует она бодро, весело, хорошо, но есть один момент. 180 и все, и как будто кто-то якорь сзади выкидывает. Почему Volvo не едет больше 180 км в час? На самом деле это все дело ограничено электроникой. Если эти ограничения убрать, она будет финтить, будь здоров. Но Volvo бережет своих пассажиров, и поэтому больше 180 км. Они считают, они имеются в виду компания Volvo, что ездить небезопасно. Поэтому всякой электроникой это ограничено, и на все последующие автомобили это тоже. Ну, понятно, что может быть кто-то найдется, кто это... отчекрыжит, только вопрос, надо ли это делать. Так, ничего у меня царапающего нету. Здесь ничего не было. Отлично.
Вы просто красавчики. Вот побольше бы таких людей, которые специально ничего не делают, потому что все... А этот силикон аж стекает порой. Так, это потом, потому что сейчас полезу в салон с грязными руками, после этого будет беда. Вот эти листочки очень хорошо будут смотреться. Крупничком, если их снять. Осень на опушке краски разводила, по листве тихонько кисти проводила. Ну, есть места, где трошки повыбивала. Турбина хорошая. А вот... Вот этот вот первый шарничек, я бы его рекомендовал, в принципе, на первом ТО дополнительно смазать, потому что он сразу, вот отсюда надо смотреть, вот этот шарнул, приводной вал кардана, он сейчас хороший, но с учетом того, что там он стоит сразу возле катализатора, он постоянно горячий. Смазка высыхает, и шарнир очень быстро заканчивается, сама граната. Не, он снимается и набивается смазкой, да. Сейчас, шарнир. Да, они закрытые баллоны у них. Здесь все следов того, чтобы оно где-то чего-то делалось, я не вижу. Вот даже развальные болты все целые. Кстати, надо делать, раз хотя бы было. Надо, и вот эти вот штуки, их как бы, вот сами развальные болты, их хотя бы иногда надо смазать, потому что здесь вот оно как закиснет. Придется их нахер срезать, ставить новые, или же приезжать уже на развал сразу с болтами, потому что вот просто хотя бы медной смазкой смазать, и этого хватит надолго. Но если этого не делать, оно закиснет и будут сопли ей. Да, везде все целенькое, нигде ничего никому не мешает. Легкая коррозия на болтах, но это такое дело, это мы уже обговорили. Она где-то стояла. Так, а ну на всякий случай, сами пороги. Не обратил внимания на защитку, она в середине чистенькая. Да. Эту защиту... А, вы не в курсе, да? Дополнительная, просто вижу, ее ставили. Это не родная. Но очень хорошая. Ты, блин, вот это весь. Что тут смотреть? А смотреть тут надо, чтобы нигде ничего никуда никак не вытекало. Плохо, когда нарушается алгоритм осмотра. Потому что вот, когда читаешь ошибки, то они подсказывают, куда смотреть. А здесь надо смотреть все везде и внимательно. Вот, в общем, грубо говоря, 2 года автомобилю, а коррозии у него нету. Хорошо. Там потом посмотрю. Так, а вот теперь спереди, да, люфта пока нету на шарнире, но это, если за этим не следить, ситуация будет очень недолгая. Так, антифриз нигде, это что у нас, так, не достаю. И что здесь плохого? Все хорошо, о, ничего. Чуть запотевая пыльник, это хомут. Да, я видел. А так все. Для того, чтобы было понятно, что делать с этим шрусом, потому что он отличается от всех остальных, на самом деле нифига страшного нет. Из-за того, что стяжной хомут, он слабо натянутый, он просто держит резинку, из-под него проступает смазка, и получается такое, что он как бы весь жирный. В этом нифига страшного нет. Наша рекомендация — снять этот хомут, набить его нормально смазкой, сам пыльник, шарнир равных угловых скоростей, аббревиатура ШРУС, нормально поставить новый хомут, и кататься дальше. Все, проблемы там большой нету. Так, передние. Вчера балансировку новую сделал. Николай сейчас рукой проверили. Не, я смотрю на диски, чтобы они как минимум ровные были. Не, все ровно сейчас. Ну то, что свежие грузики, еще без окисла, это да. Вчера сделал. Да, защита тут красивенная. Ну, в принципе, можно уже вешать. Из интересного то, что вот бампер вообще не почуханный. Обычно вот здесь вот эта вот история бордюрная. Вот это первая Volvo, которую я вижу не почуханная. Это скорее попесоченная, чем почуханная. Я царапин не вижу.
В смысле, если вы про вот это. Так, так все счастье. Мелкими камешками посеченное, так аппарат достойный. И что самое интересное, обычно вот эти вот моторы, они уже имеют течь. Здесь течи нет, здесь только опускает пыльник чуть-чуть. И все это вследствие того, что он не сильно затянут. Но на чем поторговаться, будем искать. Это пока нету парней, я озвучиваю свои мысли, которые я увидел. Красиво, я бы в пленку затянуть. Было бы вообще шикарно. Вот слегка она притерлась. Но не крашена, как обещали. Вот чуть поцарапанный. Чуть-чуть. А так, везде красота, ни вмятин, ни ударов от боковых дверей, вообще нигде ничего. Хромированные к накладке в хроме, диски и бордюрных болезней не имеют. В общем, к машине относились бережно. Так, чтобы даже опорные диски еще не ржавые. Обычно опорные диски, это вот эта вот железная тарелочка за, ну, как бы защитная, вот эта вот. То обычно она уже такая, подуставшая. Здесь нифига, что говорит о том, что машина действительно не дофига ездила. Так, задние колеса у нас на ручнике. Покрутить их не представилось возможным, потому что они на ручнике. Я имею в виду проверить на яйца. Из положительных моментов это то, что вот места, где нужно припотеть этот двигатель, он сухой. То есть тут единственный момент, вот внутренний шрус, левый внутренний, да, вследствие того, что там плохо затянут пыльник, он такой чуть пускает. Но это из потертостей, ну как бы бампер у нее обычно страдает, он вот тут вот, когда заезжает, несмотря на то, что машина высокая, но все равно не подряпанная. Ну вот это вот, это больше запесочено. Сзади он подряпанный и, ну как, вот подряпина. И вот история, где он притирался, вот тут чуть-чуть. А так, в принципе, плюс-минус везде свежий. Ее бы в пленку затянуть, было бы счастье. Парни, сейчас, если не сложно, можем вернуться либо к нам, либо на парковке Новуса остановиться. Все равно, мне надо смотреть кузов дальше. С вашего разрешения подключиться, почитать. И потом... Ну, я как минимум решил согласовать для того, чтобы мы хотя бы были на одной волне. Вон они уже стоят, красавчики. Можно было бы и коптером полетать, а можно было бы и по шапке получить. Пройдем по всему. Нигде ничего не отнималось, двери нормально. Я, в принципе, пробежался уже, я вижу, что она не крашена, но я еще не промерял салон. Хороший салон. Единственное, что мне нравится, вот после небольшого пробега, вот эта вот подушечка, она слегка присаживается. А так шкура, ну, Volvo. Як кажет у нас Ярослав, Volvo це якість. Так, ну-ка, что у нас с люком? Красота. Ай, не хочется на пороге вставать. Красиво, его практически никто не открывал, этот люк. Работает, вот теперь можно сказать, хорошо, нигде не подтормаживает от слова совсем. Светло есть. Здесь по болтам сплошная красота, нигде ничего не отнималось. Вот единственное место, которое мне не очень нравится на этом автомобиле в зазорах, это как вот здесь вот слегка неровно стоит бампер. То есть вот так вот чуть-чуть сюда крыло, тут бампер, ну слегка не стык. Китайцы трохи лаганули, а так, в общем-то, относительно фар у Volvo, то, что вот есть вот эти фары, это лучшее, что есть у Volvo. Хотя, честно скажу, лазерное BMW мне нравится больше. По фарам здесь, наверное, надо остановиться и рассказать детально. Вот эти фары, это топ, это лучшее, что есть у Volvo. Но если сравнивать с разными производителями, вот я, например, ездил на BMW, лазерный свет, вот мой личный топ, вот, относительно тех автомобилей, которые ездил, это лазерная оптика BMW. Вот круче пока нифига нету, кто бы мне что ни рассказывал. Но это лично мое мнение. Дальше идет Audi со своими матричными фарами, потом Volvo.
но потом только Мерседес. Друзья на Мерседесе, простите, но... Как сказать, свет говно или свет не очень? Так, чтобы не обиделись. Свет на Мерседесе не очень. По сравнению, естественно, с другими. Естественно, свет есть у Мерседеса. Со светом у Мерседеса все хорошо, но по сравнению с другими он не очень. Думаю, доходчиво объяснил, рассказал. Так, идем дальше. Состояние кожи, конечно, офигительное. Ну, естественно, только 20 тысяч километров у автомобиля. Лифт работает. Короче, я понимаю, что нужно где-то докопаться до этого автомобиля, но особо не к чему. Так, тут тоже не откручивалось, все равно надо зафиксировать. Ага, косячок, крышечки нету. Вот здесь должна быть крышка. Крышка не алло. Все, наконец-то, блин, я уже думал, что все плохо. Вернее, наоборот, что все хорошо. Да нет, не все хорошо. Так, и что у нас? Да, пятиместная. Можно капот дернуть? Ай, чисто как не может быть. Ах, вот это запах нового антифриза. Этиленглюкол еще не весь выветрился. Просто, можно сказать, балдеж. Болты я, кстати, смотрю, нигде никакие не отнимались вообще. Ни капот не снимался, ни... Так, все, до щелчка. Вот щелчок есть. Все точки крепления есть. Все на месте. Жалюзи. Есть, работает. Болты вот не откручивались. Чистенькие. Машина прям белое золото. Белое золото — это не то сказано. Так, центральный электронный модуль. Побежали все смотреть. Так, сирена с автономным питанием. Ошибки, статус, кнопки. Так, коробка передач. Побежали. Считывание. Нету. Хорошо. Одной из просьб заказчика было проверить системы безопасности, которые есть. И в том числе, останавливается ли, реагирует ли автомобиль на пешехода. Я запросто говорю, я пешеход, езжайте на меня, убирайте ноги с педалей. Парень, честно говоря, очканул. Ну, тут еще надо положить руку на сердце и сказать, вот до 18 года Volvo, которая была, там есть глючок, оно... Плохо работает эта система. Я пробовал сам пару раз, чуть под колеса не попал. Не всегда она реагирует. На кусты иногда реагирует, когда едешь где-то там в чистом поле, и вдруг знинаська, бабах, такой удар, прилив адреналина по тормозам из-за того, что Volvo подумала, что впереди какой-то пешеход. Но после 18 года как-то эту ситуацию изменили. Но парень, который продает автомобиль, сказал, нет, я этого делать не буду. Извините, друзья, я не хочу ни нанести никому травму. Хотя я был готов. Мы были готовы рюкзак поставить и там еще что-то. В общем, травмы точно никакой бы не было. Но он отказался. Получится? Не боитесь? Да зачем это? Ну, тут все работает. Давайте не будем лучше экспериментировать. Он покупает автомобиль для супруги. Затея стрёмная, потому что можете... Я не хочу это проверять, честно. Но это как-то не очень. Мне такое нравится. На тест-драйве выйдем посмотреть Блисс и остальные, как держит дорогу, да, мы в полосах. Да, тест-драйв без проблем. Вот эти пешеходы, сбивания, я не хочу. Так, в общем-то, никаких каких-то замечаний, пристально куда смотреть, я по ней не увидел. Парни, сидите, грейтесь. Я поехал на тест-драйв. Снимаем Volvo. Я сижу в Volvo. Прекрасные автомобили. Без пека. Так, это выключить. Руль подержал. Все, снова держим. Сейчас плюс добавить 5 километров. Разгоняется. Вот мне интересен момент того, что она должна остановиться. А на камеру от дисплея не видно. Так. Да. Руль держу. Все хорошо. Да, тормозит. Подготовка. Так, знаешь, как сейчас... доктора делают, типа вот так, перчатки вот эти. Так у меня перчаток нет, я просто автогонщик, но ничего. Так, останавливается. Ну вот, я ноги убрал. Вот, она остановилась. А чтобы поехать, скорее всего, придется прикоснуться к педали. Это самые безопасные автомобили, знаете почему? Потому что тут даже ключи нужно понимать, как вставлять. Да. О, желтенький, зелененький, и что?
и балалайка. Надо педаль дотронуться, да. Дотронулись, поехали дальше. Она сейчас сама нужна? Ну вот я только педальку дотронул, и она сразу начала разгоняться. Знаете, взяли иномарочку у бати, короче, она так спокойненько заводится, знаете, там буквально одним пальцем проворачиваете. А мы, если что, 15 минут пытаемся разобраться. Ага, вот слева полосы нет, он ее уже не видит. Уже руль надо держать. Когда уже увидел две полосы, то да, а когда одну полосу видит, то нет. Блин, я реально не понимаю, что дальше. Короче, так это проблема дорог, а не... Да, согласен. Ну, так все ассистенты работают. Ключ. Надо рассказать немножко про ключ. Вообще, нормальный ключ у Volvo, его нажимаешь, он выскакивает. Но здесь, с учетом того, что пружина запала, вот эти штуки я новые заказал, они едут. Но пока нету, и для того, чтобы раскрыть этот ключ, его надо чуть-чуть махнуть, и тогда он только раскрывается. Парни этого не знали. А на связке висело два ключа. Висел ключ от Wrangler и висел ключ от Volvo. Ну вот, висит ключ себе от Volvo. Ну, классный брелок. Кто знал, что надо взять этот ключ и раскрыть? Ну, они, по крайней мере, не знали. Хотя я был уверен, что они знали. У нас есть один из операторов, который постоянно ездит на этом автомобиле, когда нужна съемка, потому что у него есть водительское удостоверение. Но другие-то не ездили. Поэтому не знают, как запускать этот автомобиль. Ситуация такая слегка кумедная, но замок чуть-чуть подрасковыряли. Неприятненько. Но все работает. Это Volvo. Закончили мы осмотр автомобиля. Вопросов минимальное количество. Сделали тест-драйв. Все классно, все подходит. Давай общаться по поводу оформления документов и всего остального. Покажи доверенность. И тут сакраментальный момент. Доверка свежая, да, там совсем? Еще раз? Доверка. Там нету доверки. А, там будет человек. Я же тебе сказал, я тебе все сделаю. Вопрос в другом. Человек, который будет продавать автомобиль, да, присутствовать, он на этом будет? Нет. Будет доверенность? Все, будет договор. А где... он не в Киеве или он почему? Зачем вы мне это спрашиваете? Я же вам сказал, все я переоформлю, все, я все сделаю. Сейчас она юридически висит на хозяине. И при сделке было бы неплохо иметь хозяина в виду, чтобы он... Хозяин уже получил за эту машину деньги, он уже на ней никак не претендует. Эта машина моя. Хотелось бы убедиться в том, что владелец этого автомобиля по техпаспорту юридически понимает, что он ее продал. Юридически это чтобы он был его подпись в договоре купли-продажи, чтобы он присутствовал на сделке. Или доверенность. Ну, я же сказал, нет, его не будет на сделке. Хорошо. Доверенность есть или доверенности нет? Доверенности нет. У тебя есть своя работа, да? Есть свои нюансы по работе, которые ты обходишь. Ну, своими. Вот так же само, вот я это делаю. Вот и все. Нет, я не хочу тебя наебать как-то. Можешь, не хочешь, не покупай. Поверь, я ее продам. Изначально звучало то, что есть доверенность. Теперь появляется, что доверенности нет. Хорошо, если я сейчас на видеосвязи наберу хозяина. Это не работает потом. Все, всего доброго тогда. Если не работает, если вы мне не доверяете. Доверенности нету. Человек, который продает автомобиль, находится в Таиланде. Парень продает, я купил эту машину, машина моя, я ему верю, все нормально, машина его, только вот есть один очень скользкий момент. Они наверняка хорошие, красивые парни, ну красивые в том формате, что действительно жизнерадостные ребята и делают они все правильно, но когда человека нет в стране, вот здесь вот можно разгуляться фантазией. Давайте пофантазируем, вот человека нет в стране и он говорит... Через, допустим, месяц спустя, через два после войны, прилетает, приезжает и увидел, что его автомобиль продан. И говорит, друзья, я ничего не продавал, это не моя подпись, меня вообще не было в стране и доверенности я не выписывал. Это же легко проверить, была доверенность на автомобиле или не было, давал или не давал. Так вот, доверенности нет, машина продана по договору купли-продажи, ситуация очень стрёмная. И ситуация стрёмная заключается в том, что если смотреть со стороны точки зрения законодательства, уже в конец побегу, то выгодоприобретатель уже тот человек, который этот автомобиль купил. Но вместе с этим этот человек получит при условии... нечистой сделки, следующий геморрой. Автомобиль ограничат в движении. Его либо арестуют, либо заберут на штрафплощадку, либо запретят регистрационные действия. Это все большие неудобства за 56 тысяч долларов. Оно надо?
Вот такой вот момент, который может быть. Я не говорил ни да, ни нет. На момент сейчас выпуска этого видео этот автомобиль уже продан. И я понимаю, что там все нормально. Парни честные, порядочные. Если бы там была серая мутная схема, то, ну, потому что у парня уже очень огромный опыт по продаже автомобилей. Так вот, если бы была серая мутная схема, уже давно этот автомобиль поставили на какое-то подставное лицо, и этот автомобиль продали бы. Но все равно, когда есть сомнения и когда есть ответственность в 56 тысяч долларов, я на себя такую ответственность не беру. Сказал открыто одной и стороне, и второй стороне. И, естественно, покупатель, человек юридически образованный, и он первый поднял вопрос по поводу чистоты сделки, мы приняли решение, что такой автомобиль нам не нужен. Наверняка, что там все хорошо, наверняка все замечательно, все классные, порядочные люди, но есть один момент. Момент стрёмный и тяжелый. Мораль всего этого видео заключается в том, что мы даем гарантию на то, что мы делаем. Дать гарантию вот в этой ситуации лично я не могу, потому что для меня, как это говорят, есть тайный ход мастей. Для кого-то может быть эта проблема пустячок, для кого-то очень предвзято люди относятся, но я сторонник того, чтобы все было оформлено по закону, по документам, так чтобы не было никакой претензии потом. И человек, который покупает с нашей помощью автомобиль, он в первую очередь должен быть счастлив. А если там есть подозрение на геморрой, который может ему потом принести не то чтобы несчастье, а, во-первых, отнимет кучу времени, во-вторых, будет синеоко сгипсованный настрий, короче, всего этого точно не нужно, я не могу гарантировать. Поэтому я сказал нет этой сделке. А что бы сделали вы? Друзья, на сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Не болейте, будьте бдительны. Всем удачи на дороге. Всем пока-пока. Вообще машина классная была. И я понимаю, что оформили ее нормально и наверняка сделали после этого случая еще один нормальный договор купли-продажи и все. Дабы, чтобы люди не задавали дополнительных вопросов.